Здравствуйте! Новое видео на канале о бесколлекторном двигателе постоянного тока. И новое достижение канала Инженер. 2 августа количество просмотров за последние 28 дней превысило 1000. Канал Инженер готовит для вас только полезное видео. И зрители могут абсолютно бесплатно поддержать канал. Для этого всего лишь необходимо подписаться на него и делиться полезными видео с друзьями. А теперь, как и обещано, видео о вентиляторе с бесколлекторным двигателем постоянного тока. Единственный инструмент, который нам пригодится, это плоская отвертка. Для разборки аккуратно снимаем наклейку. Для демонтажа ротора необходимо снять стопорное кольцо, которое держится в канавке оси крыльчатки. Бесколлекторные двигатели постоянного тока легче, чем коллекторные двигатели при одной и той же мощности. Извлекаем крыльчатку вместе с ротором электродвигателя. Затем извлекаем подшипник оси и поджимную пружину. Принцип работы такого двигателя основан на взаимодействии постоянного магнита и электромагнита, который образуется двумя катушками. Второй подшипник находится на оси вентилятора. Ротор оснащен постоянным магнитом. Вот это ось крыльчатки, а это постоянный магнит. Теперь берем в руки статор. Статор этого электродвигателя состоит из четырех катушек. Каждая катушка намотана на свой сердечник. При работе электродвигателя ток подается поочередно на каждую из катушек. Для определения момента подачи тока на катушке используется электронный контроллер. Достаточно знать положение полюсов постоянного магнита. Для этого имеется датчик положения ротора, чаще всего используются датчики Холла. Если внимательно присмотреться на внутреннюю поверхность постоянного магнита, то можно увидеть фрезеровку на некотором секторе. Именно эта фрезеровка используется для определения частоты вращения электродвигателя. А если внимательно присмотреться к статору, то можно обнаружить датчик Холла. Сборку электродвигателя осуществляем в обратной последовательности. По подсказке и ссылке в описании вы попадете на видео, в котором рассказывается о принципе работы бесколлекторного электродвигателя постоянного тока. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии к видео, смотреть ссылки в описании и делиться полезными видео с друзьями.